Всем снова привет! На связи опять Грибник и L1. Сегодня у нас новая локация, сумасшедшая локация, на которую мы случайно попали по настоянию моего одного хорошего приятеля. Спасибо, Лев, он же по совместительству подписчик. Мне кажется, мы еще не зашли в лес, тут, не надо ходить. Тут все. Белые маховики и просто посмотрите, сколько под березовиков. USB. Я никогда в жизни, вот мусор, правда, попал в кадр, но ничего, посмотрите просто, мусор надо сколько под березовиков. Я столько в своей жизни не видел никогда, точно на одном месте. Смотри, смотри, здесь 5-6. Сумасшествие. Оно? Да мы только зашли, вот все в грибах. Не наступи осторожно. Да, куда ни посмотришь, все маленькие, все одинаковые. Я чувствую, мы сегодня здесь надолго. Сегодня здесь на грибом называется. Да, да. Оставайтесь на связи. О, вон еще. Мы вам такой... Ой-о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 й. В конец. Я даже не могу описать, что здесь творится. Все в грибах, посмотрите, это все белые. 4 штуки. Вот еще. Вот здесь вот, два. Вот, там подберезовик. Посмотрите, какие красивые подберезовики торчат. Какая красота. А здесь сыроежки, мы на сыроежки вообще не смотрим, не обращаем внимания. Они просто как мусор растут, хотя очень красивые. Вот, вот они. Боже мой, боже, какие красивые грибы, посмотрите просто. Смотри, Лео, 3 подберезовика вместе. Все как один на подбор. Первые 5 минут в лесу и, наверное, 5 кило мы собрали. Это сумасшествие. У Левана белый, а тут дубовики. Все грибы пошли разом, каким-то образом непонятным. Смотрите, соберем их вместе. Вот. Тут и сатанинский, и дубовиков просто клондайк. Вот они. Все маленькие. Ужас, ужас. 5 минут в лесу. У нас продолжение разнообразия. И вот они, вот здесь и лисички, оказывается. Мы об этом не знали. Вот такие красивые грибы у меня уже в корзине. Хорошо, что я взял 15-килограммовую сегодня. Все произошло очень неожиданно. Вижу дубовик, боже мой, какой он красивый. Надо рубить, рубить. Все растет недалеко от дороги. Я не знаю, как это описать. Но они не растут поштучно, растут кучками. 10 минут в лесу и такая картина. Мы уже перерезали все, что возможно.
геноцид устроили. Это только начало. Давай, хо. Это дубовики. Я знаю, да. Лео, как дела? Шикарно. Я шел вообще к этому. Но не тут-то было. Тут что-то страшное. Страшное. Они всюду, смотри, какие красивые, красненькие снизу. И вон малыш еще. Вон белый. И там белый видел. И уже не знаю, куда идти. И вот, прошел, наверное, час, да, Лео? Нет, какой час? Не прошел бы, я думаю, час бы прошел. У меня более 5 килограмм. Все грибы отборные от подберезовиков. Остаются в основном шапочки, но некоторые абсолютно чистые. От белых только шапки, ну и дубовики 50 на 50. И вот один экзотический вид, который произрастает в наших дубово-буковых лесах. Конечно же, это мой любимый боровик королевский. Гриб, который вкуснее белого, на мой взгляд. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Сейчас я его почищу, заброшу. Мы решили передохнуть, вон машина. Мы прошли где-то 100 метров вправо и вернулись обратно. И вот такой у нас результат. Грибов просто в море. Столько мы точно никогда не видели. Ну и вы вряд ли тоже. В общем, у нас ничего не меняется. Так, это подберезовики дуплетом. Вторая корзина пошла. Полубелый красавец. Сейчас, там дубовик. И все это в одном лесу и в огромных количествах. Лео, Лео, я снимаю, смотри. Раз. Два. Вот еще. Ай. Слушай, они по две штучки здесь растут. Смотри, как красиво. Вот еще два. Лео. Да. Смотри. Лео. Какая-то аномалия в этом году. Смотрите, как красиво растут сатанинские. Это беленькие. Красота. Не знаю, насколько вам будет интересно смотреть это видео, но мы были в лесу 2 часа. Это вторая корзина. Она вся усыпана отборными грибами. Есть чистые белые. Основная масса подберезовый грабовый, дубовики, были лисички, но белых очень много. Я вышел на поляну, и на этой поляне попалось больше всего нечервивых. Так что сейчас мы с вами пособираем их вместе. Вот еще. Это всего лишь капля в море по сравнению с тем, что нас ждет дальше в лесу. А это всего лишь первая точка. Первый пункт нашего назначения. Из 6. Вот. Это семейство было видно издалека. Еще раз напомню, что это белый сетчатый вид. Дубовый. Смотрите, какой красавец. В этом году их просто уйма у нас. За всю свою жизнь я столько не видел, сколько собрал в этом лесу. Смотрите, какой огромнейший красавец. И вон там еще один. Ну, его смысла
брать, конечно, не вижу. А вот этот следующий надо посмотреть. Вот тут даже два. Вот сложим так. Я их собираю в кучку. Потом приношу корзину, сажусь и начинаю рубить, рубить и рубить. Вот смотрите, как они растут. Собрал. Прошел 2 метра. Еще собрал. Еще 2 метра. Еще собрал. И еще, и еще, и еще. Не знаю, как там будет видно. Смотрите. Вот он на солнышке стоит. Я уже мечусь в сторону машины. Но грибов здесь стало больше. Наверное, я немного задержусь. Поднимусь на склон. Вот очень много их. Сейчас эти все перережу и продолжу путь. Оставайтесь на связи. Боровик королевский снова. Это этот снимает? Ага. Видел? Видели, не видели? В общем, решил снять завершающий кадр, потому что телефон садится. 15-килограммовая корзина в машине уже полная. Маленькую тоже добираю. А тут чем дальше в лес, тем больше грибов. Честно говоря, за всю свою жизнь я такого еще не видел. Все отборные. Мелкие, мелкие. Да. Мы уже обнаглели, собираем только мелкие. Все, на этом... Леван и я с вами попрощаемся. С Богом уважаем. 25 килограмм сегодня мы точно собрали. В основном подберезовики, белые, дубовики и королевские боровые. Адиос. Вставочку лучше не здесь, вставочку лучше дальше. Да. Там просто страшно. Мы никак не уедем из этого страшного леса. Лев. Помаши ручкой. Приветствую всех. Да, это он во всем виноват. Он виноват сегодня, в сегодняшнем походе. Я покажу лишь небольшую часть того, что мы здесь видим. Мы даже не будем их брать. Места не осталось. И так тут везде. Если честно, то это даже для наших теплых мест аномалия. Тут все в маслятах. Но сегодня ветрено, и они уже подсохли. Скорее всего, завтра уже невозможно будет их собрать. Вот, а Лев говорит, что здесь еще растут зонтики. Я нашел уже 4 штуки, и он куда-то нас ведет. Ты их видишь? А, я их тоже видишь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот именно потому он и называется зонтик высокий. Не только пестрый. Почти до колен. Ёлки-палки, какие высокие. И вон там. Лев, что ты с нами делаешь? Что ты с нами делаешь? Это без комментариев. Хотя Лев говорит, что здесь маслят нет. И сейчас мы поедем туда, где они есть, по его словам. Ну, после подберезовиков и вот таких зонтиков мы, конечно, их собирать не будем. Лев, ладно, давай короткий ролик.
Коротко о маслятах. Коротко и быстро. Все плохо. Все ужасно. Что-то. Так плохо, что даже не взять. Леван их собирает. А мы просто идем мимо. И так тут везде. Дошел до машины, собрал грибочков и тут срезал дубовик. Он оказался не червем, вы посмотрите, просто на ногу. Ну и давайте соберем этих красавцев. Все, килограмм есть. Не знаю, что тут происходит, что с этим лесом не так. И машины здесь ездят крайне редко, кстати.